Сегодня мы с вами выполним небольшой комплекс упражнений, который направлен на активизацию мышц позвоночника. Этот комплекс можно делать утром, можно делать также вечером. Ставим ножки на ширине плеч. Подтяните коленные чашечки вверх, а внешние края бедер немножечко разворачиваем наружу. Стягиваем живот, нижние ребра, пускаем клопковые кости. Наблюдаем стабильный таз. И этот стабильный таз стараемся сохранить. Поднимая ручки вверх, совершая вдох, ладони обязательно вращаем вверх, вращаем ладошки друг на друга. И избегаем вот так подтягивать плечи к ушам, плечи от ушей. С выдохом правой рукой вытягиваем правый бок, левый по диагонали. Дышим в правый бок, наблюдаем вытяжение. Возвращаем руки, вдох. Левая рука, левый бок, выдох. Вытягиваемся руками вверх, вращаем ладони друг на друга, слегка сгибая колени. Выполняем наклон вперед корпусом градусов на 30. Вытягиваясь вверх, вдох. Не забыли большие пальцы ног в пол, подкрутили бедра. С выдохом опускаясь, укладываем живот на бедра. Коленки можно оставить согнутыми. Разворачиваем ладошки в пол, вращая ручки в плечиках. Отталкиваясь ножками, поднимаясь, вдох. Сгибая коленочки, выдох. Снова поднимаемся вверх, вдох. Сгибая колени, особенно если у вас жесткая задняя поверхность тела, выдох. Вытягиваем ручки вперед со вдохом, цепляемся пальчиками за пол. Немножко смещая вес. Обратите внимание на шею, старайтесь вот не зажимать шею, а вращать локтевые сгибы. С выдохом мягко сгибаем колени, опускаемся на 4 опоры. Распределяем ладони под плечами. И мягко работаем позвоночником. Со вдохом прогибаемся, тянем поясничку, грудной отдел вниз. Можно немножко приподнимать вверх подбородок. С выдохом вталкиваем живот под ребра. Подбородок, грудная клетка прижимаем. Выталкиваем пространство между лопаток наружу. Снова вдох. И выдох. Справляем спинку. Ставим ладошки чуть вперед. Обратите внимание на ладони. Ладони растопырены, средние пальцы параллельно друг другу смотрят вперед, это важно. Указательные и большие пальцы вожмите в пол. И начинаем отталкиваться руками от пола, выводить таз вверх, вытягивая за копчиком назад. Собака лицом вниз, позиция называется. Обратите внимание на руки, локтевые сгибы вращаем вверх, таким образом плечи уходят от ушей. Большие пальцы ног в пол. Вытягиваем тело. Дышим мягко, лицо расслабить. Перекат в планочку, вдох. Вталкиваем живот вовнутрь. Подкручиваем бедра к потолку, внешние края бедра. Наблюдаем. Выдох, ставим коленки на пол. И аккуратно опускаемся на живот. Когда положим себя на живот, начинаем отстройку. Вытянем ножки из таза назад. Хорошо прижмемся тазом к полу. Пальцы ног завернем немного вовнутрь, внешние края бедер начинаем вращать к потолку. Таз прижимается в пол, зафиксировать. Развернув ладони на себя, упираясь тазом в пол, чуть-чуть приподнимая ребра, как бы вышагиваем ребрами вперед. Наблюдайте поясничное отдел, он удлиняется, опускаясь, выдох. Возвращаем ручки вдоль тела, таз, помним, у нас зафиксирован, внешние края бедер вращаем в потолок, ручки вдоль тела. И важный момент. Линия шеи продолжает линию позвоночника. Избегаем проваливать голову, либо сильно ее затирать. Отталкиваясь тазом, поднимаем плечи, ребра над полом. Вдох. Расслабьте лицо, подышите, понаблюдайте. Руки под плечи. Уводим таз назад, вдох. И вытягиваемся спиной назад. Подкручивая таз. Отталкиваем живот вовнутрь. Со вдохом переходим, вышагиваем правой ногой вперед. Поднимаем левое колено. Вытягиваемся, вдох. Колено в пол, глубокий выпад, выдох. Вращаем ладошки друг на друга, вдох, направляем грудной отдел вверх. Глубина наклона будет индивидуальная. Выдох. Поднимаем колено планк. Вталкиваем живот вовнутрь. Собака лицом вниз, за копчиком назад. Со вдохом шагаем левой ногой и делаем выпад. Остаемся здесь. Либо добавляем движение руками, грудным отделом вверх, вдох. Опускаясь, выдох.
Поднимаем коленочку. Живот должен касаться бедер. Мягкий полупрогиб ребра. Сгибаем колени. Выдох. Вытягиваемся ладонями вверх. Вдох. И опускаем ладони на мосты груди. Выдох. Делать несколько дыханий, успокоить дыхание, успокоить сердцебиение. И можно заканчивать маленькую утреннюю практику, маленькую утреннюю разминку. Практикуйте йогу и будьте здоровы. Намасте.